Кульминацией первого дня рабочего визита делегации стало подписание протокола к соглашению о взаимодействии между округом и Республикой Коми на 2015 и 2016 годы. Губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Викторович Кошин и глава Республики Коми Вячеслав. Этот протокол стал уже шестым по счету. Документ включает в себя план мероприятий по взаимодействию и сотрудничеству между правительством Республики Коми и администрацией Ненецкого округа. У двух субъектов есть общие интересы, вопросы и проблемы. Решать их стороны договорились сообща. Одна из таких давно назревших проблем – дорога на Нарин-Марусинск. Продвигать ее решение общими усилиями оказалось быстрее и эффективнее. Выработка общих решений, которые мы должны защищать на федеральном уровне. Выработка решений по ускорению, вот сегодня уже Игорь Ильич говорил, я тоже это подтверждаю, решение по строительству нашей основной наземной магистрали, которую мы строим, навстречу другу теперь, хотя мы вроде и делаем для этого уже все возможное, и на федеральном уровне, и вы знаете, что мы в республике концессию запустили, чтобы эти 80 километров как можно быстрее сдать. Тем не менее, нам есть где еще объединить усилия для того, чтобы это более эффективнее делать. Да, мы договорились в прошлом году в Уссирии, что мы с двух сторон начнем эту дорогу двигать. Сегодня уже есть результат. Республика Коми на свои 80 километров заключила концессионное соглашение. Нам тоже осталось 82 километра. Мы сейчас начнем физически эту дорогу строить.